рассказывай, как у тебя там все получилось. Я тоже, генерал, честно скажу, струсил. Уж если они близко подошли, ну и испугался. Так это ты с испугу два танка подбил. Значит, с испугу. Видал? Все бы так пугались. Представляю тебя к награде. Товарищ генерал, а нельзя мне вместо награды на денек к матери съездить? Сколько тебе лет? 19. Я когда на фронт уходил, с матерью не простил. Дома побывать не худо. Но нельзя нам скворцов фронт оставлять. Война. А мы с тобой солдаты. С фронта я бы не просился. Мы все равно на отдых отходим. Мне бы один денек, товарищ генерал. Я бы крышу починил и сразу назад. А что? Давайте отпустим скворцова. Пусть крышу починит.